Всем здравствуйте. Вроде как он лисичка лежит среди поля. Ветер боковой. Сейчас какую-нибудь позицию займу. Попробую попищать. Может что-то среагирует. Ладно. Пришел-то я потестировать фотоаппарат. Сейчас попробую фотоаппарат приблизить, посмотреть, как это будет. Готовлюсь к весне, к сезону на копытных. Так, видеозапись вроде включилась. Не знаю, как качество. Фотоаппарат я первый раз в руки держу. Настройки тоже не знаю. Какой-то там еще шум включил. Ветер глушить должно, так не знаю. Полное удаление сейчас покажу. Вот так вот. Неплохой, я скажу, фотоаппарат. Так. Ну ладно, сейчас попробую попищать. Посмотрю, как среагирует. Будет, если подбегать. Буду снимать, фотографировать, пробовать. Эх, камеру еще бы настроить. Вот камера у меня на максимальном приближении. В общем, я фотоаппарат убрал. Ветер еще не на нее, но она меня видела.
реагирую вообще отлично. Не вижу и уж зажвал молодняк. Ну сколько тут метров, наверное, 45 в итоге до нее было. Не больше, я думаю. В общем, вон она идет. Вот сейчас ветер на нее дует. Все, почуял. Ветер ровно на нее забежал из-под ветра. Блин, здорово. И вот эта вот штука отличная вообще. Четко мне понравилась. Nikon QPXL 850. Блин, хорошая штука, хорошие кадры должны быть. Не знаю, все, конечно, мне не получилось в раз сделать и заснять весь маршрут, как она бежала. Камера, наверное, где-то до вот этого момента снимала, потом я, если честно, про нее и забыл, увлекся фотоаппаратом, то что на большом приближении не мог никак лису удержать в кадре. И она, получается, пробежала-то вот, наверное, вот пятнышко от снега где-то, ну, метров 50 максимум. Надо было все-таки брать с собой оружие. Вот как раз граница, где можно охотиться и нельзя. Ну ладно, тестирование прошло удачно. Разворачиваемся и в сторону дома. Надо и ворона уже кормить начинать. Что, продолжение следует. Всем пока.